Ну вот и все. Мы обязательно еще когда-нибудь встретимся. Очень приятно иметь с тобой дело. Уберешь ты, наконец, этот знак? Будет сделано. Теперь скажи мне, что ты хочешь в награду? Скажи мне, где Цири, моя... Приемная дочь, знаю. Сожалею, но здесь я тебе не помощник. Почему? Есть такие вещи, в которые даже я не вмешиваюсь. Цири недоступна моему взгляду, недосягаема. Но тебе стоит беспокоиться не о том, как найти дочь, потому что ты отыщешь ее, я уверен. Тогда о чем? Цири поджидает большая опасность. Если хочешь, я скажу тебе, как ее избежать. Или ты хочешь попросить о чем-то ином? Раз тебе известно о Цири, ты знаешь, что она для меня значит. Скажи, как мне ее защитить? Ты должен запомнить несколько советов. Настанет такое время, когда она придет к тебе в отчаянии. Найди способ ее рассмешить. Настанет такое время, когда кто-то ее предаст. Позволь ей выместить злость. Настанет такое время, когда она заплачет над другом. Поплачь вместе с ней. Настанет такое время, когда ее охватит страх. Вдохни в нее отвагу, но не помогай ей. И никогда, ни за что на свете не дай ей почувствовать, что ты ее предал. Что теперь? Пойдешь искать очередного несчастного? Я еще не решил. Но теперь я знаю, что если возникнут трудности с получением долга, нужно обращаться к ведьмаку.